О том, что является мифом, а что является реальностью, мы сегодня узнаем вместе с Валерией. Валерия представляет компанию 1С, и сегодня мы очень много говорим о диджитализации, о том, почему это важно и необходимо делать сегодня в условиях современного рынка. Но Валерия мне сказала, что на самом деле существуют мифы и есть реальность. Расскажите, потому что это самое интересное. Здравствуйте. Действительно, сейчас диджитализация – тема модная, она на слуху, есть очень много трендов, о которых говорят в продуктовой рознице, в принципе, да, про изменения потребительского рынка. Но я представляю компанию 1С, и если говорить об опыте наших клиентов, то, к сожалению, часто получается так, что какой-то тренд, он оказывается просто модной фишкой, а не полезным продуктом. И мы, как компания, которая занимается автоматизацией, призываем в первую очередь подумать о полезности применения и об имплементации этой новой технологии, диджитал-технологии, инновации в существующую систему. Ну, приведу пример, да, вот у нас есть клиент, который достаточно много сил вложил в то, чтобы сделать индивидуальные предложения клиентам, и когда начали звонить клиентам с индивидуальными предложениями, они услышали в ответ, что я вообще вами пользоваться, я к вам больше не приду, мне не понравилось у вас. Соответственно, у компании не налажен был предыдущий процесс общения с покупателями, и они уже как бы решили заняться модной темой персонализированного спроса. Вот. И вот ну, такой фейл. Соответственно, мы призываем объективно посмотреть на ту ситуацию, которая есть сейчас в компании, на тот уровень автоматизации, и последовательно двигаться к диджитализации. Это цель. Это не серебряная пуля, никакой инструмент, никакая инновационная технология не является той прорывной технологией, которая вдруг раз и кого-то выбросит вперед. Нет, но тем не менее меняться необходимо, мир меняется, каждому, вне зависимости от компании, от масштаба компании, нужно меняться, но мы всегда призываем подходить к этому разумно и думать о применимости этой технологии, новой диджитал технологии, о стоимости ее интеграции в реальные системы, и чтобы эта стоимость не превышала реального экономического эффекта. Ну, дело в том, что вы как эксперт имеете свою обоснованную точку зрения, да? Каким образом, скажем так, потенциальные покупатели и потребители могут с этой точки зрения ознакомиться? Устраиваете ли вы, представляете ли вы возможность и делитесь ли вы своей экспертизой с теми, кто как раз ищет, где фишечка, а где реальность? Компания 1С устраивает регулярно мероприятия. Например, у нас проходит ERP-форум осенью, также проходят различные мероприятия, которые можно посмотреть на нашем сайте, где мы расскажем, приходите, мы с удовольствием расскажем о том, что у нас нового, и можно пообщаться на тему реального применения для своей компании. Вот. Если вы хотите инвестировать деньги правильно, то приходите на профильные мероприятия, а Метро Экспо предоставляет возможность вам познакомиться с нужными людьми, которые точно знают о том, где миф, а где реальность.